Добрый день всем. Автоевросила. Мы из Черкас приехали к громаде Кропивницкого для того, чтобы помочь ребятам сдвинуть с места то, что у них сегодня накопились там вопросы, проблемы, либо там помощь им нужна. Много всего, чего сегодня вскрыли, узнали эту проблематику, предложили свою помощь. Ребята здесь открытые, готовые менять, готовые делать. Здесь не хохлы, здесь украинцы. Это самое важное, что мы здесь сегодня выяснили. Поэтому тоже поделились своим опытом, куда и как им что делать. Привезли флаги им сегодня наконец-то, которые они долго ждали. Поэтому верим, что эта область тоже активно и очень быстро вольется в то, что сейчас происходит вообще в Автоевросиле. И вот пару слов руководителю Автоевросилы Кропивницкого. Та, я хочу подякувати за вчасну допомогу, консультативну, що ми відчуваємо, що ми не самі, що вся Україна готова в випадку необхідності консультативно приїхати, підтримати, допомогти там і так далі. От. Зрозуміло, що ми отримали такий потужний енергетичний заряд. Тепер залишилося його сконцентрувати в правильному напрямку, я думаю, у нас це вийде. От. І все буде добре. Разом. Сила! Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у свожій сторонці. Душою тіла ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душою тіла ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. І все буде добре. Разом. Сила!